Яндекс Ньюс. Ученые бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернется. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на радио Болтком авторскую программу Константина Рангса «Климат-контроль». Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начинается программа «Климат-контроль», и с нами на прямой связи журналист, ученый, морской геолог Константин Рангс. Добрый день. Здравствуйте, Константин. Добрый день. И сегодня мы поговорим действительно на актуальную тему. Вот как в прошлый раз мы откликнулись буквально через час сразу после события, когда провалился асфальт, не асфальт, а вот покрытие дорожное на улице Гертрудес. Так и сегодня мы хотели поговорить действительно о наступившей жаре, о том климате. Вот с ночью были очень сильные ливни, буквально все грохотало, лило как из ведра. Вот как такого рода погода влияет на нашу жизнь, на инфраструктуру, вообще обо всем об этом пойдет речь. Ну, сначала можем сказать, что, конечно, сыграли мы такую роль Кассандра неделю назад, когда сначала провалилась эта машина на улице Гертрудес, но там было, называется, рукотворная промоина, да, потому что было испытание газопровод. А предполагалось, что вот ежели пойдет сильный дождь, то при нынешнем состоянии, так скажем, канализации ливневой, да, то вполне возможно где-нибудь еще. И надо же еще за следующие несколько дней, когда прошли дожди, по-моему, 3 машины. Да, тоже было. Да, уже попали в дождевые промоины, и даже в Торникалсе тротуар размыло. И это опять-таки скажу, что не самые страшные были дожди. Обыкновенные грозовые летние дожди. Вот если от летних дождей такая проблема, то можно подумать, представить, что будет, если будут действительно те дожди, которые предсказывают климатологи. То есть и мощный такой ливень, и не на 20 минут, там, на 15, так примерно так дня на 2. Вот. Это что потом будет? Посмотрите, какие идут сейчас репортажи. Допустим, в той же самой России там потопы, да, и, кстати, стоит заметить, что в тех местах, где хорошо более-менее работает ливневая система, да, где есть куда сбежать в воде, то там, собственно говоря, ну да, прошел дождь, там был град, ну и все, да. А вот там, где, так скажем, деваться воде некуда, где проблемы с ливневой канализацией, все сразу же возникают потопы, размывы, промоины, и это то, что, собственно говоря, нам нужно тоже учитывать и здесь. Тем более, что на сегодняшний вечер и на ночь, и на следующие несколько дней метеорологи прогнозируют, причем самыми разными моделями, я посмотрел перед программой самые разные схемы, да, но в общем все согласны с тем, что в ближайшие несколько дней будут сильные грозы, ну, вот, а следовательно мы можем ожидать размыва дорог и всяких прочих, так скажем, приятных. Но вот то, что внизу под виадуками озера будут, это что называется квартал. Ну вот как раз о том, насколько большой город готов к такому наводнению. То есть кажется, что вроде бы есть возможности, там канализация обустроена так, чтобы вода сливалась, хотя не всегда это работает. И на той же самой улице Вальдемара, прямо неподалеку от радио, постоянно есть перед художественным музеем такой участок дороги, где обязательно скапливается вода после сильных дождей, и пройти вот пешеходам, например, очень-очень сложно, потому что проезжающие машины, они обдают, ну, там даже не двух, там трехметровым фонтаном просто всю эту дорогу. И таких, ну, мест в городе много, да. Да, но проблема-то заключается в том, что в воде, которая выпадает, да, вот сейчас на асфальт, она же не может через асфальт просочиться. Ей нужно куда-то уйти. Мы, наш город, стоит на песке. Причем вот мы так всеми восхищаемся юрмальскими нашими песками. Ой, какой нежный, тоненький песочек. Да? Вот возьмите на ладонь, посмотрите, попробуйте. Он чрезвычайно мелкий.
Геологи называют такие пески вообще уже на границе пылеватые. У этих пылеватых песков есть одна особенность, которую можно тоже посмотреть на пляж. Взять ведерко, хотя бы детское, морской воды, разровнять песочек и вылить на него эту воду. Вот, может быть, если его хоть чуть-чуть уплотнить, так по нему постучать, то вода не сразу впитается, не мгновенно. Дело все в том, что у этих песков очень слабая водопроницаемость. Конечно, больше, гораздо больше, чем, например, у глины, но у которой ее почти что нет, ну, в нормальном понимании. Но, тем не менее, наши грунты не в состоянии мгновенно вот эту всю самую воду сосать в себя. А это если вот влага попадает, допустим, на землю. А если, допустим, она попадает в ливневую канализацию, то опять проблема. Вы посмотрите, сколько пыли и мелкого вот этого песка мельчайшего, да, по весне. Ну, с одной стороны, говорили, что сыпет песок зимой, но она, эта пыль, образуется, потому что мы ездим по газону, ездим по грунтовым дорогам, машины это все переносят на дорогу. А потом появляются дожди, они все это смывают. Но дело все в том, что стоит в канализации быть какому-нибудь хоть одному месту, где поток, скорость потока уменьшается, так тут же там начинают откладываться эти пески, плюс любой другой мусор. В результате течение вот этой канализации уменьшается, и в результате этого, так скажем, уже количество воды, которое может пройти в единицу времени, тоже сокращается, все. Своеобразная водяная пробка. Мы такое каждый раз можем увидеть на кухонной раковине, раковине. Вот и все. И получается, что куда деваться? С моей точки зрения, вот когда сейчас говорят о том, что надо нам это снести, то построить, вот покрасивее и все прочее, хотелось бы сказать, что, ребята, та же самая Европейский Союз, Еврокомиссия постоянно говорит о том, что нужно готовиться к грядущим климатическим изменениям. Но если ж мы такие европейцы, давайте будем прислушиваться и потратим деньги, например, на создание хорошей, ну, так скажем, это нужно реновировать, тут дело даже не в ремонте, а просто реновировать, создать новую хорошую систему ливневой канализации. Чтобы если уж выпадают мощные осадки, так что все это достаточно быстро. Мало того, у нас есть куда воду сливать. У нас есть Даугава, у нас есть канальчик, у нас есть этот самый Кишезерс, да, и впадающие там еще. Понимаете, то есть должна быть система. Вот это же не канализация бытовая, да, или техническая. Это ливня, ливневка. Это чтобы вода, выпавший осадок, стек в реку как можно быстрее. И вот давайте это придумывать. В принципе, что конкурс трудно организовать. Можно организовать конкурс, чтобы она была красивая, не обязательно скрытая, ведь не обязательно где-то это должно быть под землей. Потому что когда она снаружи, ее чистить проще. Вот. То есть мировые решения, но давайте придумаем что-то свое. Вот пусть дизайнеры поднатужатся, вот, что-нибудь такое тоже родят. Но это будет польза для всех. Чтобы не бродить, вот как в других городах мира, по колено, а то и больше в воде, чтобы не заливало подвалы, чтобы потом не, просто-напросто не рос список финансовых потерь, которые происходят. Представьте себе, у людей спрятали в подвалы какие-то вещи, которые вот сейчас не нужны, а завтра понадобятся. После того, как подвал все залито, это все можно выбрасывать. Ну и не говоря о том, что там из-за сырости сам дом может начать приходить в негодность. В наше, дом, стоящий на песке, может начать деформироваться. А потом, ладно, чтобы катастрофы не будет, людей куда-то надо расселять, потому что у очень немногих людей есть, что называется, на кармане деньги, чтобы взять и тут же новую квартирку прикупить. То есть вопрос заключается в следующем. Это город для людей, это, или это люди для города? Перефразируя знаменитую библейскую максимум. Понимаете, это очень важный момент. Вот. И мне кажется, что вот сейчас каждый вот этот вот большой вот разлив, да, вот, когда выпадает много осадков, это еще одно напоминание, что мы должны что-то делать. Потому что в противном случае
А вот, вот многие говорят, что может ничего и не случиться, не будет потепления, не будет. Правда, сейчас, конечно, об этом тяжело говорить. Но, допустим, не будет потепления, не будет ваших ливней, все как-нибудь переживем, а после нас хоть потом. Примерно так. Вот. А на наш век хватит. Но тогда же не то, что это, в общем-то, нехорошо по отношению к грядущим поколениям. Вопрос даже в том, что ну не будет. А если будет? Понимаете, при таком подходе, что абы что, да, то можно и самолеты не чинить, и двигатели там не проверять, и машине тормоза можно не смотреть. А может, пронесет, да, авось. Это такой универсальный, глобальный авось. Поэтому мне кажется, что сейчас мы должны очень внимательно относиться, тем более, что, я говорю, по разным моделям получается, что в ближайшее время, несколько дней, у нас будут идти грозы, дожди, причем над всей Восточной Европой сталкиваются очень интересно, как раз с юга идет область низкого давления, область высокого давления одна уходит на восток, сверху спускается севера, тоже область высокого давления, но она, естественно, более прохладная. То есть такие игрища над нами происходят метеорологические. И можно ожидать, что да, ближе к Лиге температура, опять будет солнце, но уже будет попрохладнее. Вот это такой оптимистичный такой вариант, что я смотрю на календарь, что где-то вот к 22 числа, к понедельнику, начнет, так скажем, опять светать, это будет больше солнышко, то и жары. Но до этого момента нам нужно понимать, что будут ливни. Но и сегодня уже ближе часам к 6. Может, чуть раньше, может, чуть позже. О том, насколько это трудно конкретно предсказать, я вот скажу, как было вчера. Вчера, собственно говоря, еще в 2 часа дня не было подозрения о том, что в 4, в 4:30 появятся грозовые тучи. Они появились довольно быстро. Они не то, что, ведь, извините меня, откуда-нибудь с Кавказа до нас идут. Они формируются буквально на глазах, когда набирается нужное количество влаги в атмосфере, складываются соответствующие температуры, и вот все, вода начинает конденсироваться все больше и больше и больше. Появляются электрические заряды. Физика этого процесса до конца еще не исследовано, но, в общем, туча выросла и начинает потом изливаться и грохотать. Она может пройти довольно далеко, а может, что называется, неподалеку излиться. А потом она точно так же может сменить направление движения и рассыпаться на глаза. Тот, кто хочет понять, как это бывает, так скажем, в абсолютном таком варианте, стоит посмотреть американский фильм «Смерч». 1995 года. Да, 5 или 6. Да-да-да, был такой. Тогда это, конечно, можно еще там говорить про комбинированные съемки, но дело все в том, что снимали-то как раз американцы те, которые знают, что такое смерч. И вот действительно, они приезжают, все расчеты есть, а смерч берет и рассыпается прямо на глазах. И все, и никакого исследования не получается. Почему он рассыпался? Как будто испугался. Никто этого не знает. Точно так же очень бывает странно, почему вдруг небольшая тучка, из нее вырастает какое-то чудовище. Я хочу сказать, что просто-напросто нужно понимать, что с одной стороны, может и не случиться чего-то страшного, что предсказывают, но с другой стороны, может быть обратная ситуация. Что вам обещают обыкновенную летнюю грозу, а она может превратиться в чудовищный, мощнейший шквал. Кстати, так было, по-моему, 2 или 3 года назад, под Москвой. Вот. А что такое шквал? Шквал – это такой порыв ветра, когда деревья не вываливаются с корня, а обламываются на половине своей высоты. То есть так быстро начал двигаться воздух, что дерево даже согнуться не успело. Можно себе представить, как, что это такое. Если такое пройдет, допустим, над городом. Проблемы с озеленением решаются мгновенно. Ну, и я помню, что даже на моей еще памяти, если я не ошибаюсь, я год могу перепутать, но где-то в 60-х годах, в конце, может быть, 60-х, в Дзинтере были большие разрушения. Вообще Юрмала перенесла очень такой большой ураган, бурю,
который просто перевернул и уничтожил дюны, и там было, ну, просто такое стихийное бедствие. Ой, я это хорошо помню. Это действительно, что называется, видел сам, как в Юрмале деревья валились, да, и вот это же волны перехлёстывались вот за дюнную зону, их же просто обрезало, как ножом. Вот. Там были вот эти замечательные домики, их, по-моему, не домики, а кафушки, такие козырьком. Их, по-моему, осталось только две. Одна муца здесь на проспекте Вестура, близ больницы Юрмальской, а вторая около Дзинтерконцерфана. Да? Вот. А раньше-то они же стояли, по-моему, чуть ли не через 300 метров от, от Булдуэ до Бубу. Их было много, и от них остались только одни щепки. Эти две штуки уцелели, по-моему, потому что они были отвезены на ремонт. Да, это была очень большая проблема. Но тогда говорили так, это осень, время штормов, это идеальный шторм случился. Несколько факторов сложилось, и вот ударило. А тут же сейчас мы даже больше говорим не о ветре, а о том, что может быть выпадение осадков в большом объеме в короткое время. При таком, ведь за осень выпадает очень много осадков, но это все растянуто, условно говоря, на 90 дней. А тут это может быть ужато, в час-два. И все, воде некуда стечь, она не успевает уйти. И вот это как раз для этих целей, чтобы она могла успеть, и нужна вот эта вот развитая ливневая канализация, о которых я уже говорил. Поэтому мне кажется, что тут нужно учитывать. Во-первых, есть еще одно такое правило. Если есть подозрение, что будет сильный ветер, шквал, гроза, то лучше не парковать свои автомобили рядом, например, с стендами какими-то рекламными, очень такими раскидистыми деревьями, особенно старыми деревьями. Например, нужно учесть, что, например, дуб, особенно молодой дуб, он может выдержать крайне сильный ветер. У него листья может оборвать, а он будет стоять, допустим. Да? Молодая сосна хорошо стоит, да, выдерживает. А, например, старый тополь – это засада, потому что он может развалиться и сам по себе. Это довольно быстрорастущее, но очень такое хрупкое, внутригниющее дерево. И оно просто-напросто шлепнется. Березы, особенно старые березы, совсем нехорошая соседка. Тем более, если у вас на балконе стоят какие-то, допустим, там посадки или что-то еще, тоже в случае сильного ветра, в преддверии грозы, лучше это убрать. Потому что это может просто-напросто сдуть таким порывом, потому что во время грозы возникает много маленьких вихрей. И это не первый случай, когда были прецеденты, когда срывало какие-то вещи, в том числе довольно тяжелые, с балконов, и потом это все летело вниз. 67212-93-9, 67213-93-9, были звонки, просто люди перестали дозваниваться, пока вот мы говорили с Константином Рангсом, если вы хотите принять участие, вот в самое время их задать. Но действительно мы видим, что есть в городе проблемные зоны, в том числе, ну вот это в межапарке дорога в Вецмелгравис, там, где постоянно тоже образовывались огромные лужи после каждого дождя, в Кенгара, ну, то есть несколько вот районов, где постоянно образуются большие-большие такие скопления воды. Острова моста там вечно с одного и с другого берега. И самое интересное, что другое, что, собственно говоря, как можно понять, они же там уходят, дорога как раз под другую, вот настоящую дорогу. То есть, с одной стороны, там ясное дело, что должна быть канализация, которая уходит еще ниже, вглубь. А поскольку у нас уровень грунтовых вод и уровень вот этой базисный уровень, то есть уровень отреза реки Даугавы близлежащий, он тоже довольно высокий. Наш же город низенький, прямо скажем, невысоко мы стоим над уровнем Даугавы. То, собственно говоря, я понимаю, что и сделать там особо ничего невозможно. Оставить какие-то мощные электрические насосы, которые это будут мгновенно отсасывать. Возникает вопрос, за какие деньги и кто это все оплатит. То есть здесь можно сказать, что изначально проектирование было рассчитано не на такие дожди. Но тут уже дальше проектировщики должны думать, почему это такое происходило.
Очевидно, потому что, например, вот в Пардалгаве, да, там, где выходит островной мост, там думали, какие-то были свои планы, видно, не хотели делать горбатый мост над дорогой. Это сейчас трудно вспоминать, что произошло. Угу. У нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. А вот вы знаете, мы жили на Югле в 60-х годах. Там, я так понимаю, грунтовые воды очень близкие, озера соединяются под землей. Все. Вокруг чертова озера там вообще ходить было невозможно. Идешь, и под тобой колышется. На берегу реки тоже. Вот что будет с третьей Юглой, если вот эти сильные ливни пойдут? Ведь она не провалится вообще? Ну что там, я так понимаю, слой земли довольно тонкий. Спасибо. Угу, спасибо. Ну, тут вообще, честно говоря, если уж так говорить, то у нас и Пуфциемс, и другие, так скажем, микрорайоны, они не в самых, так скажем, удобных местах геологически стоят. Их в своё время строили, потому что надо было где-то строить, а другого места, собственно говоря, то и не было. Если посмотреть даже на рельеф Риги, то, в общем-то, Рига действительно очень в этом смысле город рискованный. Вы посмотрите, допустим, даже такой маленький факт есть. Урез озера Валуксне находится на высоте 180 метров над уровнем моря. Это означает, что даже если растает Антарктида, Валуксны это не заметят, потому что они находятся на высоте 180 метров уровня моря, а даже если Антарктида растает, то уровень моря повысится только на 70 метров. То есть представьте себе, у нас есть населенные пункты, которые в этом смысле находятся в гораздо более выигрышном положении. Ну да. У нас еще один звонок. Добрый день. Да, добрый. Вот вы так красиво все описали про нашу Ригу, эти зыбучие пески. И как вот вы прокомментируете эту гигантоманию, эти братья-близнецы, эти небоскребы, прямо на берегах нашей Даугавы и другие строения, и та же самая библиотека мощная, да? Как вот они устойчивы, и сколько они продержатся, и какая ждет катастрофа, не ждет катастрофа, а вообще... Моя мама была безграмотная, но она так говорила в отношении природы. Небо не натопишь. И в каком-то там 1600 году было ливни шли целое лето, и в августе зима наступила, и 7 лет голод. Так вот мама говорила, небо не натопишь, как и Трамп говорит. Все эти деньги на эту... как сказать, предотвращение. Вот самолет взлетел и обледенел, да? Тут жара, и тут град сыпется. Спасибо, да, спасибо. Я понимаю, все-таки вопрос связан прежде всего с устойчивостью высотных зданий на берегу Даугавы. Ну, прежде всего, наверное, больше всего интересует. Ну, вы знаете, я могу сказать, вот это действительно парадокс, да? Это точно такой же вопрос мне задавали в Санкт-Петербурге, когда там строили небоскреб за высотой выше 300 метров на берегу Финского залива, Газпрома. Как же так? Вот у нас такие плохие грунты, а тут строят такой большой небоскреб. Вот это парадокс. Понимаете, дело все в том, что чем выше вы строите здание, тем глубже у вас зона влияния этого здания. И вам нужно делать более, так скажем, мощный фундамент. Но вот в чем дело. Если у вас, допустим, вслед за слабыми грунтами сверху и лежат грунты более твердые, плотные, то в этом случае вам есть смысл даже нарастить высоту здания, сделать больше фундамент, глубже, забить свалы, дойти до этих твердых грунтов, и таким образом у вас фактически проблема слабых грунтов исчезает, потому что они уже никак на ваше здание влиять не будут. То есть он будет стоять вот на тех прочных породах, которых сверху не видно. И вот это очень интересно, потому что как только вы встали на твердый грунт, вы можете еще повысить этажность, а таким образом увеличить площади, которые продадите или сдадите. Вот в этом как раз и парадокс, что на слабых грунтах
нет смысла, можно ставить либо, что называется, одноэтажные, двухэтажные, легкие конструкции, либо, если под слабыми грунтами лишь залегают грунты твердые, строить уже тогда башню или что-нибудь такое мощное. Вот. Главное, чтобы вся нагрузка переходила не на слабый грунт, разумеется, а уже на те грунты подстилающие. Поэтому я думаю, что, например, здание, я же не знаю, как вот эти близнецы, но я думаю, что этот вопрос учитывали, и они сделали надлежащие фундаменты. Угу. Спасибо. 67212-93-9, 67213-93-9. Принимаем еще ваши звонки и говорим действительно о том, насколько вот прогнозы, например, ученых, насколько действительно может измениться климат. Вот он становится, мы чувствуем немножко таким тропическим, действительно, даже в нашей стране. Да, здравствуйте, алло. Добрый. Да, алло. Здравствуйте, я хотел бы спросить у вашего гостя, вот почему в Латвии, вот, например, сухие деревья, ветки нельзя пилить? Я даже у этого, у лесника спросил, я говорю, почему можно это отпилить? Сухое дерево, оно ж погибает, больное. Нет, нельзя. Вот по дороге Булдырая ужасные сухие деревья стоят, так и хочется их спилить или поджечь, понимаете? И нельзя и дерево тут около дома ветки спилить, каких-то баристов, специалистов, там тысячи им платить. Ну что за маразм? Объясните, пожалуйста. Это уже нужно к лесникам вопрос задавать и к тем специалистам, которые принимали такие решения. Но можно только сделать предположение, что, собственно говоря, знаете, разрешишь пилить сухие ветки, так спилят и сухие ветки, и живые ветки. Очевидно, исходят из нечто из похожих вещей. Может быть, это чисто мое предположение. Дело связано с тем, что развиваются же всевозможные вредители леса. И когда начинают пилить дерево, то есть создаются еще одни ворота для того, чтобы грибки или вредители входили внутрь этого самых деревьев. Возможно. Вот, могло быть такое объяснение. Но мне кажется, что это целый действительно очень серьезный вопрос, что делать с деревьями и почему, например, с виду красивое дерево спиливают. И вот как это, как много же случаев было, когда борцы за деревья, да, говорили, что не понимают логики, почему вроде бы нормальные здоровые деревья говорят, надо пилить. А деревья, которые выглядят уже, прямо скажем, совсем не свежо, их уже срок закончился, и жизни, их оставляют, и они, и не дай бог, там, что называется, ветки не сломают. Вот это, конечно, была интересная тема, но это уже к другому гостю. Угу, наверное. Ну вот, возвращаясь действительно к вопросу, меняется ли климат, ждать ли нам вот именно таких вот тропических сильных дождей с жарой, с грозами, что, в принципе, мне кажется, раньше такого все-таки не было характерно, потому что я сколько помню, всегда лето это были, ну, какая-то вот пасмурная погода и такой моросящий маленький дождик, это вот считалось типичной прибалтийской погодой. А вот так, чтобы вот именно с грозой, с духотой и ливень, это... Вот это как раз очень интересный момент. Это, знаете, вот если у вас висят качели, да, вот, вертикально, они могут качаться чуть-чуть туда-сюда, вот, но вертикаль средняя, она все равно остается одна и та же. Или они могут раскачиваться, что называется, из стороны в сторону, но среднее их положение будет то же самое. Вот это тот самый момент, о котором говорят специалисты. Как бы... Не будет здесь погоды в ближайшие, что называется, десятилетия, чтобы здесь бананы произрастали. Но здесь будет вот именно такая ситуация, и в этом все больше уверенности. То будет холодно, ненормально холодно для вот этого времени года. Например, вот как в мае было. Да? У нас март был теплее мая, получается. Да? Ну вот. А потом вдруг наступят вот эти волны жары, как их называют специалисты. И мы все будем париться. А нужно учесть, что вот эти волны жары, они крайне опасны. И не только для, с точки зрения, что там после них приходит холодный воздух, это означает ливни, грозы. Это очень опасно для людей.
Мы не привыкли к постоянной высокой температуре, а тем более, когда она за несколько часов может с 20 градусов до 30 подняться. Дело все в том, что не человек, который не привык к такой погоде, человек, страдающий диабетом, повышенное давление, почечные проблемы, для него это очень тяжелая ситуация. Это стимулирует заболевания, всевозможные кризисы в этих заболеваниях. Это очень все плохо для здоровья людей, даже не для одного человека, для многих людей. Поэтому вот можно сказать так, наверное, уже резюмируя, да, что в связи с тем, что, во всяком случае, все более-менее солидные метеорологические сервисы сообщают, что мы в ближайшие несколько дней будем переживать сильные дожди, грозы, будет высокая влажность, достаточно высокая температура. Многие люди будут чувствовать себя плохо. И поэтому нужно, чтобы лекарства, если вы принимаете их постоянно, были у вас рядом. Не нужно перенасаживаться, заниматься какими-то тяжелыми видами деятельности. Даже мытье полов лучше отложить. Ну что с этими полами сделаете? Или там какую-то полочку прибить? Не надо. Вот такую погоду, в такие вот моменты, такие критические, нужно себя любить и о себе заботиться. Никто ж не позаботится. Поэтому я хочу сказать, сейчас как раз очень важный момент. Идут новые грозы. Сейчас, сегодня будет очень высокая температура, до 32 вроде обещали. Поэтому я хочу сказать, что мы должны, что называется, постараться быть аккуратнее. Спасибо большое, Константин Ранкс и программа «Климат-контроль». До новых встреч через неделю. Спасибо.